Доброго всем утра. Рад видеть всех. Good morning. Здравия. Приглашаю на онлайн-дискуссию в рамках Международного промышленного марафона «Инопром онлайн» импортозамещение и локализация отрасли. До введения в 2014 году программы по импортозамещению доля импорта в российской промышленности достигала 90% в станкостроении, фарминдустрии, 70% в машиностроении, 50% производстве оборудования для энергетики. К санкциям нынешний добавил разрыв производственных цепочек, и это делает замещение еще более актуальными задачами. Как обстоят дела сейчас в состоянии, обсудим сегодня с нашими спикерами. Александр Николаевич Морозов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Аркадий Владимирович, Вадим Николаевич Сорокин, группа ГАЗ, Алексей Львович Рахманов, генеральный директор Объединенных строительных корпораций, Константин Анатольевич Бабкин, президент ассоциации Росспецмаш, Александр Борисович Либеров, президент Siemens в России, Сергей Александрович Серебряков, директор Петербургского тракторного завода, и Алексей Валерьевич Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области. Всем еще раз доброго утра. Александр Николаевич, давайте начнем с вас. Как меняются задачи по стратегическому развитию ключевых отраслей машиностроения в нынешней непростой ситуации? Доброе утро. Я приветствую всех участников. Я надеюсь, что сегодня оглядываясь на последние несколько месяцев, уже четко summarize what has happened during the past months, and we would like to focus on the recent trends which define the development of technological industries. I would like to remind you that everything started in January. We received this последние несколько лет приобретали в Китае. Затем у нас случился март, апрель, май, когда наши европейские поставщики технологий, компонентов тоже заявили о прекращении поставок их и технологий, и компонентов. Все это происходит на фоне таких достаточно больших глобальных разборок между Америкой и Евросоюзом в борьбе за собственные рынки. Причем, если Евросоюз использует базовые подходы технического регулирования, постоянно повышая уровень технологических требований к продуктам, реализуемым на европейском рынке, то Америка использует достаточно прямые директивные методы регулирования. Покупая американское, это достаточно простой, но очень чувствительный лозунг для того, чтобы производители спешно возвращали технологии производства на американский рынок для того, чтобы на этом же рынке реализовать продукцию. Сегодня мы рассмотрим пример, как в данном случае мы отвечаем на возникшие тенденции, и мы считаем, что тенденции являются будут долгосрочными, на примере автомобильной промышленности. Совместно с отраслевым сообществом мы сформировали новый подход к оценке уровня локализации продукции автомобилестроения. Если можно показать презентацию, я прошу показать, пожалуйста, второй слайд. I would like to show you this presentation. Мы пришли к выводу о том, что we came to the conclusion that использовать оценку уровня локализации using the criteria of localization, нужно с использованием достаточно большого метода свободы, в большой степени свободы для самих производителей с точки зрения выбора different approaches from the viewpoint of the producers. Следующий слайд, сделайте, пожалуйста. The next slide, please. В рамках так называемого 719-го постановления правительства within the framework of this so-called 719 структурно decree of the government, we worked out the major components of the automobile and we assessed them on the level of importance and on the level of technological
complicatedness. So as you see, if we take three component groups and systems, according to our assessments, if everything... При этом, если посмотрите внимательно, то в автомобиле доля участия so if you look very carefully, различных отраслей тоже разная. There is a different part of different industries participating in the production of the automobile. Мы видим, что продукция черно-цветной металлургии и обработки. We can see that the product of metallurgy is much higher than rather than the other industries. And what is even more important, I would like to draw your attention to the lower part of the table. A major part of the components contains electrical equipment. So together with the electrical equipment, they are responsible for over 30%. Следующий слайд, пожалуйста. Next slide, please. Я уже говорил, если мы возьмем key components, мы видим конкретные технологические операции и конкретные specific operations and specific products here. Слева мы видим декомпозицию по двигателю внутреннего сгорания. To the left, we have the internal combustion engine. Справа мы видим декомпозицию по колесу. And to the right we have the wheel composition. Здесь мы уже доходим до конкретной продукции. So here we are working with a very specific product. Следующий слайд, пожалуйста. The next slide, please. В соответствии с поручением президента Российской Федерации с 1 января 2020 года. According to the decree of the state of the president of the Russian Federation. Принято решение о пропорциональности, зависимости размера государственной поддержки. When we increase the governmental support proportionally, от фактического уровня бальной оценки по каждому автомобилю. We have this assessment for every separate car. При этом переход к этим правилам осуществляется постепенно. And the transfer to these rules is done gradually. Как видите, в 2020-2021 году, as you see, in the year 2020-2021, the average meaning was 1500 points. Это значит, что при таком количестве набранных баллов, it means that when we have this number of points, we will receive complete 100% governmental support. Интересно, посмотрите, для примера мы провели бальную оценку. We compared two different cars over here. Lada Vesta. Lada Vesta. 3,330 points. И Hyundai Solaris. 1410. And Hyundai Solaris 1,410 points. Оба автомобиля сегодня производятся в Российской Федерации. Both cars are manufactured on the territory of the Russian Federation. Смотрите, и, соответственно, в 2022 году количество баллов. And in 2022, видим, the number of points increases. 5400. Мы считаем, что кооперация между международными рынками и использование различных лучших решений в рамках поставки компонентов должно иметь тоже определенное место в рамках интеграции автомобильной промышленности в глобальный рынок. Интересно, что 30 июня, буквально на прошлой неделе, Hyundai Solaris объявила о начале строительства завода двигателей в Санкт-Петербурге. Очевидно, для того, чтобы резко повысить количество баллов, которые будет получать ее техника. И они планируют, что уже в конце следующего года Hyundai Solaris получит двигатель российского производства, и таким образом плюс 500, почти там 550 баллов, и уже она была практически готова к переходу на следующий этап эскалации требований. Следующий слайд. Механизм бальной оценки, который мы реализовали, базируется на ключевых, собственно, решениях и ключевых технологических инновациях.
Сегодня, в соответствии с решениями Евразийской комиссии от 2015 года, мы каждый автомобиль обеспечим электронным паспортом транспортного средства. И таким образом, в каждом электронном паспорте транспортного средства имеется поле бальной оценки конкретного автомобиля с конкретным ВИН-номером по локализации. Эта картинка становится доступной для владельца, доступной в системном цифровом виде для государства, доступной для любого потенциального покупателя и также конкурента. Что важно? Таким образом, мы имеем возможность декларацию о количестве баллов для каждого автомобиля сделать публичной. Что важно? Мы считаем, что для максимальной интеграции российских производителей компонентов, материалов, необходимо также задействовать этот бальный механизм оценки, уже в данном случае экспорт автокомпонентных материалов, и дать возможным автопроизводителям и производителям компонентов в России использовать экспортные баллы для того, чтобы получать соответствующий уровень поддержки в России. В настоящий момент соответствующее решение мы готовим. Мы надеемся, что до конца года мы согласуем основные подходы к такому механизму. Следующий слайд. Ну и также я хотел коротко сказать о том, что госполитика в автопроме является драйвером локализации IT-технологий. Сегодня в рамках национальной технологической инициативы «Автонет» мы реализуем два основных направления. Это разработку нормативно-правовых актов, обеспечивающих вначале опытную эксплуатацию высокоавтоматизированных беспилотных транспортных средств, с одной стороны, с другой стороны, формирование подходов к ведению единой базы данных, информации, которую можно получать с подключенного автомобиля. Таким образом, в рамках МТИ «Автонет» мы в том числе используем различные механизмы для поддержки разработки этих решений, как IT-технологии компонентов, так и программного обеспечения и, конечно, общих глобальных технологий навигации и беспилотов. Результатом этой работы являются, например, две меры государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом. Эксперимент по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств постановления правительства 1415 и новый механизм доступной аренды, который постановление правительства 977 вышло 4 июля этого года, буквально недавно, где мы планируем развивать механизм доступной аренды, поддерживая с 2020 года автомобили, оснащенные системой ГЛОНАСС, с 2021 года к российской системе ГЛОНАСС должно быть добавлено программное обеспечение, обеспечивающее реализацию операционного лизинга в различных вариантах, каршеринге, в обычном лизинге, совместном владении. Это российское программное обеспечение. А с 2022 года мы планируем, что автомобили, которые будут стимулироваться таким образом в рамках государственной программы доступной аренды, должны уже начать передавать данные, которые формируются в рамках их эксплуатации. Таким образом, мы считаем, что в рамках ответа на вызовы и глобальные тренды, которые сегодня формируются, по, в определенной мере защите собственных рынков с одной стороны, с другой стороны, по формированию безопасных принципов технологических цепочек поставок, мы имеем возможность сформировать новый механизм, который будет в определенной степени стимулировать, с одной стороны, локализацию критических технологий в Российской Федерации, с другой стороны, через механизм бальной оценки экспорта, стимулировать российские производители автомобилей и автокомпонентов интегрироваться в глобальные цепочки поставок. С учетом, конечно же, действующих ограничений, действующих трендов. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Александр Николаевич. Два маленьких вопроса. Какие сроки ставит правительство, да, для реализации всех этих мер? То есть, как вы видите, там проценты и сроки, да, реализации? И все это в ситуации кризиса, в общем, выглядит как достаточно дорогостоящая программа. Да, какие инвестиции государство планирует в российское машиностроение, в поддержку вот этой бальной системы и так далее? Как вы видите, целевые показатели в соответствии с поручением президента Российской Федерации рассчитаны на период с 2020 по 2028 год. То есть такие ступенчатые задачи, которые позволяют и производителям автомобилей, и производителям, что важно, компонентов и технологий заранее планировать свои инвестиции.
Более того, мы используем для этих целей механизм специальных инвестиционных контрактов. Автопроизводители у нас уже подписали, те, кто хотел специальные инвестиционные контракты первого типа. И с этого года мы начнем подписывать специальные инвестиционные контракты второго типа, которые будут уже направлены на локализацию конкретных технологий, в рамках которых правительство сможет различным образом поддерживать продукцию и товары, производимые в рамках этих специальных инвестиционных контрактов. Что важно, что в данном случае мы говорим о том, что меры господдержки, реализуемые по отношению к продукции, производимой в Российской Федерации, обуславливаются той самой правильной оценкой. Сегодня у нас достаточно большой спектр продукции. В первую очередь, это программа стимулирования спроса. У нас есть льготный кредит в различных его формах и льготный лизинг в различных тоже его формах, включая операционный лизинг, который, как вы знаете, только что сейчас заработал. Также у нас существует программа поддержки газомоторной техники, электрических транспортных средств. И таким образом мы говорим о том, что в данном случае это будет обоюдное движение. С одной стороны, государственная поддержка, которая будет государство, и с другой стороны, инвестиции, которые будут делать производители автомобилей и производители автокомпаний. Вот такой подход. В том числе, включая меры государственной поддержки, стимулирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и все остальные системные меры, включая поддержку экспорта. Перечень достаточно большой. А есть какая-то вот общая сумма господдержки, которая запланирована? Да, можно по этому году, например, сказать. У нас в соответствии с бюджетом и также дополнительным финансированием, выделенным в рамках мер поддержки отраслей в рамках пандемии, сегодня, в этом году, у нас программа стимулирования спроса увеличена достаточно резко. Решение такое принял президент Российской Федерации на совещании с отраслью 24 апреля. И сегодня у нас 45,5 миллиардов бюджетных денег используется на различные типы стимулирования спроса, включая закупку автомобилей скорой медицинской помощи, прямую закупку, опережающие закупки автомобильной техники для государственных и муниципальных нужд. И, как я уже сказал, льготный кредит, льготный лизинг, доступная аренда. То есть в рамках этих мер государственной поддержки мы в этом году планируем простимулировать приобретение потребителями более 200 тысяч автомобилей. Это достаточно большой кусок рынка, и я считаю, это серьезное подспорье нашим участникам. Спасибо большое, Александр Николаевич. Я хотел передать слово Вадиму Николаевичу Сорокину, группа ГАЗ. Как вы в целом оцениваете вот ту программу импортозамещения и локализации, которую разрабатывает правительство, и какова сейчас ситуация у вас? Ну, первое. Меня хорошо слышно? Да-да. Да. Первое. Группа ГАЗ в действительности, наверное, в полной мере испытала на себе все эти сложности, связанные с санкциями. Помимо экономического определенного ущерба, мы вынуждены были отказаться от изменить темпы вывода на рынок новых моделей наших автомобилей. Более того, мы отчетливо увидели, что отказ от работы с Россией двух-трех глобальных поставщиков может одновременно привести к остановке всей автомобильной промышленности России. Пандемия выявила еще один риск. Это когда форс-мажор в разных странах может остановить поставку комплектующих и залихорадило у нас всю автомобильную отрасль. То есть мы сначала нервничали с тем, что происходит в Ухане, где сосредоточено большое количество производителей автокомпонентов. Потом мы стали нервничать из-за того, что происходит в Италии, и затем остановилась Европа. К этому добавилось еще и падение продаж. Автомобильный рынок России сократился на 50%. Это данные за май, а в апреле было падение на 70%. Что может быть драйвером для выхода из кризиса? На наш взгляд, автомобильная промышленность, безусловно, должна войти в формируемый сегодня общенациональный план восстановления экономики. Подъем в автопроме даст подъем всей промышленности, всей экономики, потому что индустрия, которая основана на глубоких межотраслевых связях, это индустрия, связывающая и радиоэлектронику, и нефтехимию, и металлургию, и программное обеспечение и так далее. К сожалению, на наш взгляд, национальный план содержит в основном только фрагментальные какие-то меры поддержки автопрома, и в нем нет
системного подхода, который бы дал бы реальный толчок по развитию отрасли. На наш взгляд, таким проектом могло бы стать развитие российской компонентной отрасли. Если посмотреть на то, как складывалась ситуация в последние годы, мы увидим, что доля рынка импортных компонентов в автомобилестроении выросла в 1.5-2 раза. Почему это произошло? Ну, первое, это, конечно же, изменение требований стандартов безопасности и экологичности автомобилей. Компоненты для обеспечения которых в стране не производились. Второе, это стремление и производителей, и требования, и ожидания покупателей по повышению качества и надежности автомобилей, что заставило производителей переходить на импортные комплектующие, например, подшипники, уплотнения и даже высокопрочные рельсовые соединения. ГАЗ, например, создал совместное предприятие с компанией «Булт» для того, чтобы иметь высокопрочный прецизионный крепеж. Ну и третье – это программа промышленной сборки, начатая в 2007 году, которая позволила за десятилетие значительно снизить импорт готовых автомобилей, стимулировав создание сборочных мощностей, которые, в свою очередь, вытеснили с рынка отечественные автомобили, за которыми стояли отечественные поставщики. А выпуск новых готовых автомобилей местной сборки не привел к росту добавленной стоимости. Результатом режима промышленной сборки стал приход на рынок глобальных платформ с низким уровнем локализации в России, вытеснение локальных платформ и, как следствие, сжатие спроса на российские автокомпоненты и разрушение производственных цепочек и ухода части поставщиков. Фактически за этот период мы потеряли автокомпонентную отрасль. Что это значит? Это исчезли конструкторские компетенции, это потеря прямых экономических потерь за счет снижения добавленной стоимости, ну а в целом, на наш взгляд, это угроза для технологической безопасности страны в одной из важнейших ее составляющих – транспортной. Существует экспертная оценка, по которой одно рабочее место в автопроме создает 5-7 рабочих мест в компонентной отрасли. Если оставить все как есть, то средства, вкладываемые в нашу автомобильную промышленность, на 2/3 будут потрачены на создание рабочих мест в автокомпонентных производствах в Китае, Корее, США, Европе, но не в России. Это, конечно же, будет оказывать, здесь, конечно же, оказывает большое влияние и объем производства автомобилей. Вот, например, Ford, который для своей российской сборки поставляет большую часть комплектующих из-за рубежа. Наверное, они были бы рады локализоваться в России. Но при их объемах производства в России организовать производство моторов, трансмиссий просто нерентабельно. Правительство подталкивает производителей 719-м постановлением к локализации, но для большинства собираемых в России иностранных автомобилей по отдельности это пока просто нереально. Чтобы восстановить отрасль, нужна общая отраслевая программа импортозамещения. Мы совместно с институтом НАМИ провели оценку такой программы. Она потребовала порядка 240 миллиардов рублей в течение 5 лет. И она даст мощный эффект для всей экономики, включая предприятий малого и среднего бизнеса. На наш взгляд, государство должно определить технологии, которые принесут наибольший эффект для отрасли, установить приоритеты, по которым на которые будут ориентироваться производители. Это должна быть последовательная, долгосрочная политика, чтобы не было изменений курса, как это случилось с газовым транспортом, когда правительство объявило о переводе 50% транспорта на газ. Мы вложили в эти технологии порядка 10 миллиардов рублей, построили современное производство моторов, затем программа была практически свернута. Программа локализации должна опираться на четкую стратегию по развитию автокомпонентной отрасли, которая пока, к сожалению, у нас так и не появилась. Давайте посмотрим на пример Китая. Там взяли опыт Советского Союза в реализации крупномасштабных проектов и работают по 5-летним планам. В итоге сегодня Китай производит все компоненты для электротранспорта. Почему? Да потому что они работают над этой программой уже вторую 5-летку. Развивая и финансируя ее на уровне государства. Почему мы не можем сделать такой же 5-летний план восстановления компонентной отрасли и работать по нему? У группы ГАЗ есть большой опыт по созданию современных компонентов производства. Помимо тех переделов, которые традиционно существовали в периметре ГАЗа, мы за последние годы организовали и выпуск современных систем
выхлоп отработанных газов нормали и локализовали подвеску для Volkswagen, рамы для Mitsubishi. Участие государства может увеличить масштабы этой работы. Сегодня мы подготовили 10 собственных пилотных проектов локализации тех или иных компонентов, общая стоимость которых оценивается в 36 миллиардов рублей. Но такие проекты нужно реализовывать на основе государственно-частного партнерства на условиях софинансирования. Ни один инвестор не сможет получить банковские финансирования на такие долгосрочные проекты. Поэтому нужна отраслевая программа. Эффект для экономики – это новые рабочие места, это налоговая отдача, и сегодня у нас на кону технологическая безопасность страны. Пока мы не занимаемся ею, российский автомобильный завод рискует остановиться из-за любой неблагоприятной международной конъюнктуры. А чтобы эта программа работала, необходимо предусмотреть адресную субсидию на создание компонентных производств в общенациональном плане восстановления экономики. Это будет не просто толчком для выхода отрасли из кризиса, но и создаст новый качественный уровень ее развития. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Николаевич. Аркадий Владимирович, вот у нас есть позиция заместителя министра, да, и есть позиция человека, возглавляющего одну из крупнейших транспортных компаний. Сразу понятно, что есть определенное стремление государства, да, локализовать, обеспечить безопасность страны, в том числе технологическую безопасность. И есть реальность, в которой мы с вами существуем. Да? Мой вопрос к вам, как к председателю фонда Сколково и как человеку, который проработал много лет в правительстве, в том числе курируя технологический сектор. Насколько вообще реализуема, с вашей точки зрения, задача локализации высокотехнологических производств в России? Насколько, сказать, велики риски, например, технологического отставания? Да, потому что мы понимаем, что если мы пытаемся что-то делать, чего мы пока не умеем делать, да, то мы просто теряем время, да, в это время технологии развиваются, идут вперед, а мы работаем на вчерашний день. Да, вот как вы оцениваете эти риски и что, в принципе, надо делать? Есть ли какой-то разумный баланс между импортом и локальным производством? Спасибо большое, всех приветствую. Ну, мне, конечно, теперь легче находиться в положении стороннего эксперта или председателя фонда, а не вице-премьера, который должен разрешать вот эти разногласия. То, чем я занимался раньше, в том числе с участием присутствующих здесь коллег. И этот разрыв в позициях, в общем-то, никуда не делся за все эти годы, но мне кажется, были сказаны ключевые слова, поскольку все учатся на практике. Ключевые слова – это предсказуемость и долгосрочность. То есть если политика выбрана, какая бы она ни была выбрана, ну, я надеюсь, что мы научились выбирать разумную политику, она должна быть понятной всем, долгосрочной и не меняться раз в год из-за каких-то локальных изменений. Понятно, что должна быть система управления рисками, такими, какие возникали последние годы, связанными с санкциями, сейчас с пандемией. Но в целом, если есть конкретная программа, конкретный план, то вот заместитель министра сказал про 8-летнюю стратегию до 2028 года, где все компании будут знать и будут мотивированы делать определенные вещи. Руководитель группы ГАЗ говорил про 2 пятилетки китайские, но в любом случае долгосрочный период, на который надо выстроить эту стратегию. И хуже всего, когда, если через год или через два вдруг соберется совещание и опять будет принято решение что-то радикально поменять. Именно такие вещи демотивируют и создают серьезные проблемы для любой отрасли, включая и такую капиталоемкую отрасль, как автомобильная. Если говорить о конкретных вещах, реализуемы ли эти амбициозные планы? Да, реализуемы. Но при этом надо понимать, что в силу размеров страны, о которых тоже уже было сказано, мы не можем ограничиваться этими планами только внутри собственного рынка. Если мы хотим быть успешными, мы должны иметь возможность продавать и готовую продукцию, я имею в виду для конечных потребителей, то есть автомобили, и компоненты на глобальных рынках. Если изначально на это не ориентироваться, то стратегия априори будет неудачной.
стратегия априори будет проигрышной. А если это так, если с этим согласиться, ну, может быть, кто-то со мной не согласится, то это означает, что нужно вкладывать только в то, что будет лучшим через 3, 5, 7 лет, а не в то, что было лучшим 2, 3, 5 лет назад. Это становится бессмысленным. Китай как раз начинал с вложений в прошлое. Но имея миллиард людей и имея время, постепенно от прошлого перешел к будущему. У нас времени вкладывать в прошлое просто нет. Нам нужно сразу вкладывать в будущее. Это возможно. В этом нет ничего невозможного. Что-то возможно своими силами, что-то в кооперации с зарубежными партнерами. Ни одна страна не локализует все 100%. Нужно все равно выбирать приоритеты. Меня что пугает иногда? Мы говорим о многих проектах, многих национальных проектах, многих подпроектах, федеральных проектах. В результате их оказывается несколько десятков в конечном счете. Не может быть несколько десятков приоритетных проектов. По определению, приоритетов может быть несколько. 5, 7, 9. Возможно, автомобильная отрасль должна быть одним из этих 9. Но таких приоритетов не может быть несколько десятков. Иначе ни ресурсов, ни финансовых, ни человеческих, никаких просто не хватит. Мы в последнее время в Сколково увидели развитие нескольких перспективных технологий. У нас есть компании, которые занимаются и электронной компонентной базой в сотрудничестве с ведущими государственными организациями, с Росэлектроникой, с организациями Ростеха и другими. У нас есть компании, которые занимаются автономным транспортом. Это и группа КАМАЗ, естественно, группа Яндекс и их партнеры. У нас есть компании, которые занимаются сквозными цифровыми технологиями, перспективными, цифровым моделированием автомобилей, автоматизацией самих производств, компьютерным видением, стыковкой технологии 5G с транспортными средствами и с другими видами машиностроительной продукции в процессе производства, все, что касается интернета вещей, все новые материалы, естественно, у нас есть целая группа компаний, которые занимаются новыми материалами, в том числе композитной печатью с использованием всех видов практически уже металлов и пластиков, все то, что востребовано на рынке и уже продается нашим и зарубежным компаниям. Мы готовы именно по вот этим вот приоритетным элементам компонентной базы быть одним из интеграторов, быть одним из лидеров в сотрудничестве с министерством, нашими крупнейшими компаниями, как государственными, так и частными. Спасибо большое. Аркадий Владимирович, я знаю, что вы должны чуть раньше нас покинуть, поэтому позвольте вам задать еще один вопрос, связанный с вообще общей оценкой ситуации, сложившейся сейчас в экономике России. Как вы считаете, как будет развиваться нынешний кризис? Вот разные экономисты говорят про U-образный, там, U-образный, да, там, L-образный вариант, V-образный вариант. Вы как видите развитие этого кризиса? В чем его специфика по сравнению с предыдущими кризисами экономическими? Специфика этого кризиса состоит в его глобальности, в первую очередь. Он намного более глобальный, чем любой из кризисов, который был в последние уже, пожалуй, не знаю, 30-40 лет, потому что любой из других остальных кризисов был намного менее глобальным, будь то даже финансовый кризис 2008 года, и тем более уж наши собственные локальные кризисы. Этот кризис затронул весь мир, и это означает, что абсолютно никто не может выходить поодиночке. Все друг с другом связаны, и это неизбежность. И нужно из этого исходить. К сожалению, пока полного осознания этого нет, и мир разделяется на острова. Пока что еще кто-то считает свой остров островом стабильности, потом эта стабильность прерывается очередной вспышкой пандемии, очередными проблемами, и все возобновляется. Сегодня, например, 5-миллионный Мельбурн опять встал на карантин. В Австралии, которая могла бы считаться, наверное, островом стабильности. Вторая особенность в непредсказуемости с точки зрения времени окончания именно пандемии будет
продолжаться первая волна все время, даже не переходя во вторую, или будет какой-то период спокойствия, а потом вторая волна, или этой второй волны не будет, никто этого пока не знает. Никто не знает, насколько эффективными будут вакцины, лекарства, хотя, конечно, все мы оптимистичны и надеемся, что все будет в порядке. И третье, мы, я уверен, все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе даже некоторые начали выходить из кризиса. Я думаю, что мы еще не достигли дна просто. Особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это, может быть, в большей степени касается малого среднего бизнеса, с которым мы общаемся больше, чем с крупным бизнесом. Там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может быть, и к концу года. Если последние 2-3 месяца они просто терпели и ожидали лучшего, теперь уже постепенно просто начнут закрываться. Постепенно начнется череда именно серьезных проблем. Крупные компании постепенно, я думаю, к концу лета, сентябрю начнут наращивать производство, как это происходит в Европе, но будут очень далеки от докризисных уровней. А это означает, что проблемы не уменьшатся, они просто станут в моменте чуть меньше, но накопленные проблемы будут больше, проблемы будут копиться, и значит кризис никуда не денется. И, к сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных. Конечно, правительство делает очень и очень много, громадная работа, но приоритеты придется выбирать, это практически неизбежно. Аркадий Павлович, а вот в связи с этим, да, мы понимаем, что последствием этого кризиса станет существенное сужение ресурсной базы любого государства, да, то есть придется либо, так сказать, печатать деньги, да, либо увеличивать заимствование, что в ситуации России не очень понятно, да, где заимствовать и насколько мы можем это себе позволить, да. Вот как такой финансовый, что ли, кризис, да, как он скажется на реализации тех или иных программ? Вы говорите о приоритетах, да, придется выбирать, что поддерживать. Да, именно так, именно такой выбор. Я думаю, что финансовая политика будет сочетанием этих инструментов. Ну, я не говорю сейчас про печатание денег, это уже такой совсем последний способ. У нас все-таки еще приличные резервы, и есть потенциалы заимствований, какие-то суммы все равно можно где-то заимствовать. Просто не нужно заимствовать триллионы, нужно всегда поступать аккуратно. У нас есть пока весь зазор, уровень долга еще пока меньше, чем существенно меньше, намного меньше, чем во многих других странах. И несколько процентов ВВП можно занять, но не увлекаться слишком сильно. А главное, куда использовать эти деньги. Нельзя заимствовать для текущих выплат. Это просто совсем недальновидно. На это можно использовать часть резервов. Это делает правительство, правильно делает, на выплаты врачам, учителям, на выплаты семьям с детьми и так далее, и так далее. Но на это можно использовать именно часть резервов. А заимствование нужно использовать на инвестиции. Например, в такие программы, о которых мы сегодня говорим. Это абсолютно нормально. Но это не могут быть десятки миллиардов долларов в наших условиях. У нас их просто нет. Миллиарды могут быть, и эти средства вполне доступны. Нужно выбрать 5-7 до 10 приоритетов, по которым осуществлять эти программы. Делать это скоординированно, не отсекать конкурентных игроков. У нас на каждом рынке есть, по крайней мере, 2-3 конкурентных игрока, которые готовы участвовать в реализации этих программ. Если будет все замыкаться на какой-то одной компании, одной монополии, это прямой путь к очередной неудаче. Ну вот вы перечислили некоторые меры, да, но, к сожалению, я ничего не услышал про инвестиционный климат. Стоит ли правительству как-то пересмотреть ситуацию с вообще отношением к частному бизнесу? Да, вот недавние обвинения там главы РВК Павалко, да, в расходовании государственных средств на непонятно что, да, они в очередной раз ударили по инвестиционному климату. Да, достаточно ли вообще правительство осознает опасность этой ситуации, особенно в кризис, когда фактически убиваем ресурсы? Я здесь скорее не использовал бы слово «правительство», когда мы говорим об отношении к частному бизнесу. Правительство хорошо относится к частному бизнесу. Вопрос скорее в общественном
отношении, в общественном консенсусе, которое, которое перетекает в психологию, в том числе и контролирующих и правоохранительных органов. К сожалению, у нас частный бизнес так и не стал популярным, что называется, и люди больше полагаются на государство или контролируемые государством компании, бизнесы. Многие из них хорошие, я не говорю, что они плохие, это разные абсолютно вещи. У нас просто нет культуры, к сожалению, не возникла культура частных независимых инвестиций, культура принятия на себя рисков, культура толерантности к принятию рисков, культура толерантности к ошибкам, а не преступлениям. Это разные вещи, это нужно понимать. И здесь одного правительства недостаточно. Нужно, чтобы все органы власти, абсолютно все, совместно занимались этим вопросом. Этого пока не происходит, это нужно делать. Спасибо большое, Аркадий Владимирович, за ваши ценные комментарии. Переключимся на судостроение. Алексей Львович, какая ситуация в судостроении? Вот Аркадий Владимирович вас в приоритеты не поместил, насколько я понял. Да, я бы с удовольствием бы поместил. Я очень люблю эту отрасль и уверен, что государство ей не перестанет заниматься и будут частные компании. Я говорю просто о том, что государство должно определиться с приоритетами. А какие приоритеты оно выберет? Это в настоящее время дело правительства и президента. Спасибо. Алексей Львович. Да, здравствуйте, коллеги. Ну, на самом деле, нам чуть-чуть легче, наверное, рассуждать сегодня на кризисные темы. Ну, во-первых, потому что страна с 37 тысячами километров водных границ без судостроения не обойдется, их нужно обслуживать, их нужно защищать, мы уже много раз об этом говорили. Ну и второе, конечно, судостроение – это длинноцикловое производство, где мы, в общем, наши стратегические планы меньше, чем на 25-30 лет делать не можем, это бессмысленно, поскольку средний срок строительства, скажем, военного корабля – это 2,5-3 года, там, гражданского – там год и чуть больше, поэтому нам, конечно, в этой связи, наверное, повезло, поскольку большинство наших предприятий обеспечены заказами в среднем до 2024-2027 года, поэтому здесь говорить о каком-то, так сказать, провале, который мы бы использовали, точнее, почувствовали, наверное, нельзя. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что если все-таки возвращаться к основной теме сегодняшнего обсуждения, мы находимся точно в такой же ситуации, как «Автопром», как «Сельхозмаш», как многие наши коллеги из других отраслей машиностроения, потому что, ну, как-то вот, наверное, так получилось, что в 90-е годы нам привили одну очень простую идею о том, что, ребят, что, как бы сказать, свое-то разрабатывать, когда все есть на рынке, идите, покупайте. Мы глобальные, мы глобализованные, значит, все, так сказать, друг с дружкой дружат, и это будет якобы продолжаться всегда. Но вот оказалось, что всегда это продолжаться не будет. Мы это очень хорошо увидели и по 2014 году, когда начались вот эти все санкционные ограничения, теперь еще пандемическая история. И, в общем, в очередной раз возвращаемся к тому, что если говорить о национальных приоритетах, о чем Аркадий Владимирович сказал, то, конечно, здесь нужно иметь в виду, что поддерживать исключительно так называемых финишеров, то есть предприятия и верфи, которые собирают корабли и пароходы, только их абсолютно бессмысленно. Потому что, например, Александр Николаевич, если нас продолжает слушать, совершенно очевидна история с большими крупными судовыми дизелями, в которых мы добровольно, вот, так сказать, с этими, как бы сказать, увещеваниями о том, что за границей нам поможет, отдали рынок иностранцам. Мы просто взяли и отдали, просто так, дешево, ни на что, вот за просто так, ни за инвестиции, ни за технологии, просто отдали и все. И самое главное, наши все основные заказчики кораблей и судов, они, в общем, конечно же, справедливо говорят о надежности, но при этом каждый раз почему-то весь этот разговор кончается не в пользу российских производителей. И здесь я бы хотел обратить еще внимание на одну фразу, потому что очень много сегодня было точных выступлений, о чем сказал Владимир Николаевич. Вот есть в любой отрасли, есть в любом переделе некий критический размер, который делает его конкурентоспособным. Вот почему, думаете, мы говорим уже про третий, наверное, это уже промсборка 3, да, Александр Николаевич, если, так сказать, считать все эти меры господдержки, которые были в «Автопроме». И каждый раз мы, так сказать, что-то либо не доделываем, либо, так сказать, придумываем новые льготы, потому что получается так,
что в том виде стратегии, которую мы ее защитили, автопром без такого рода поддержки не летает. А речь на самом деле давным-давно должна идти о консолидации, речь должна идти о том, чтобы появлялись национальные чемпионы, каждый из которых не только будет закрывать вопросы внутреннего спроса, но и будет конкурентоспособным на внешнем рынке. Об этом сегодня уже тоже говорили несколько раз. И это действительно, на самом деле, тема, в которой нам нужно серьезно разобраться, потому что тут я жалуюсь на эту проблему с дизелями, но и по большому счету, если говорить об экономике 2040 года, нету этих дизелей. Есть, наверное, топливные элементы, есть водород, есть, наверное, что-то атомное или еще что-то какое-то, так сказать, совсем хитрое, но традиционных паровых, там, сказать, турбин, наверное, судостроение уже больше к 40-му году не будет. Хотя в эксплуатации это все останется. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, есть два ключевых слова. Консолидация, национальные чемпионы и вопросы, которые будут действительно затрагивать аспекты развития страны на следующие 40-50 лет. Спасибо большое. Я бы хотел передать слово Сергею Александровичу Серебрякову, Петербургский тракторный завод. Как кризис сказался на вашей отрасли и как вы вообще оцениваете результат пока что нашей дискуссии? Добрый день, уважаемые коллеги. Сельхозмашиностроение, если касается 2020 года, оказалось в таком уникальном инкубаторе, сильно кризис не затронул. Мы наоборот, даже все увеличили объемы производства. И это, как я вижу, в основном связано с тем, что меры, которые предпринимались ранее в развитии сельского хозяйства страны, они ударили точно в точку. В этом году хорошая конъюнктура цен на зерно, достаточно хорошие виды на урожай в разных регионах по-разному, но в общем целом ситуация развивается оптимистично. Меры государственной поддержки, которые были связаны и в области сельского хозяйства, и в области промышленности, я имею в виду постановление правительства 1432, постановление правительства в рамке поддержки непосредственно крестьянских фермерских хозяйств и других форм собственности в сельском хозяйстве, впервые мы уникально их синхронизировали. То есть, к примеру, появилось требование, что льготные инвесткредиты фермер не может получить на технику, если она не соответствует критериям 719-го постановления правительства. Вот эта синхронизация, она дала очень хороший эффект. Но вместе с тем, впереди достаточно много туманов и рисков. Это связано с тем, что до сих пор мы не внимательно смотрим на системные меры, связанные с тем, как построена экономика. Ну, я вижу, что в машиностроении, в сельхозмашиностроении в частности, основная проблема состоит из основополагающих вещей, которые, наверное, затрагивают всю национальную экономику. Это кредитно-финансовая система. Да, делается много для того, чтобы ключевая ставка снижалась, но вопросы правил предоставления долгосрочных инвестиционных кредитов, они сегодня не решены в той мере, в которой нужно стране. Второе, Владимир Николаевич правильно сказал, я бы даже расширил его слова, что нужен не просто пятилетний план там, развития автомобильной строительства, а, наверное, план общественного развития страны, план, который бы предусматривал разные компоненты развития, да, в этом плане. Потому что вот пандемия, которую сегодня показала, она же показала очень много. Мы столкнулись с проблемами не только по компонентной базе, да. Мы столкнулись с проблемами, к примеру, по оборудованию, по запасным частям к оборудованию, к инструменту, да, к трудовым ресурсам, потому что у нас закрылись не только межстрановые миграции, да, трудовых ресурсов, но и даже межрегиональные внутри страны. Мы увидели, что в будущем, да, с точки зрения новых тенденций, мы не готовим кадры в соответствующем объеме нужной квалификации. То есть нужен план общего развития, в том числе машиностроение. И здесь коллеги все сказали ключевые слова. То есть некий критический минимальный объем, который позволяет технологически решать вопросы экономической рентабельности. И здесь необходима, наверное, кооперация машиностроителей. И мне кажется, Министерство промышленности и торговли должно это направление стать одним из ключевых по кооперации. Вот 5 лет назад Денис Валентинович Мантуров проводил совещание на Ярославском моторном заводе.
И он сказал очень важную фразу. Мы не можем поддерживать там, допустим, 15 проектов по двигателям, потому что стоимость технологий для выпуска современного двигателя нужного качества, нужных параметров такова, что она окупается на определенном минимальном объеме. Поэтому мы можем себе позволить иметь там 2-3 двигательных завода в стране. Я утрированно сейчас говорю. То есть мы должны координировать все эти усилия для того, чтобы государственные меры поддержки не уходили в песок, да, на проекты, которые изначально будут нерентабельны с точки зрения объемов этих показателей, а смотрели и делали их умными. То есть если у нас есть ключевой производитель какого-то компонента, то надо поддерживать его, может быть, даже и мотивировать, их даже в чем-то принуждать. Я делал предложение, Александр Николаевич знает, в области того, как налогово-дотационная политика могла бы ориентировать производителей по развитию компонентов. Это самый важный вопрос. У нас нет компонентов, подшипников, датчиков, другого оборудования. Вадим Николаевич правильные вещи сказал. Мы сельхозмашиностроители, уже 95 лет производим трактора. Мы очень четко это чувствуем. То есть, если раньше мы пользовались компонентами, которые участвовали в производстве автомобильной тематики, то сегодня их просто нет. Они просто исчезли. Поэтому этот план крайне нужен и важен. И последнее, что я хотел сказать. Спрос, платежеспособный спрос. За ним надо следить. Потому что все меры государственной поддержки, направленные на производителей, если это не затрагивает поддержку платежеспособного спроса и клиентов, которые потребляют эту продукцию, это все деньги, безусловно, в песок. Я много говорил, что меры государственной поддержки в области сельхозмашиностроения, не связанные с мерами государственной поддержки и правил поддержки растениеводов и животноводов, это деньги в песок. Вот этот год это только доказывает. Как только синхронизация произошла, да, мы, независимо от кризиса, да, показали очень серьезный рост. То есть я думаю, что если темпы сохранятся, то сельхозмашиностроение покажет 30% рост в 2020 году. Ну, дай бог. Спасибо, Сергей Александрович. Я хотел бы передать слово Константину Анатольевичу, Росспецмаш. Вот Сергей Александрович объяснил, показал на проблему, которая существует. Да? С одной стороны, мы видим, что локализация импортозамещения – это очень важно. Да? С другой стороны, сказать, когда мы все время говорим про меры господдержки, мы забываем о рыночных инструментах, о конкуренции, которая выдвигает вот тех самых национальных чемпионов, которых сегодня уже помянули. Как вам видится эта ситуация, соотношение господдержки и рыночных механизмов регулирования? Да, спасибо за вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, действительно, тут важен баланс. Ну, вот мне, как, с одной стороны, предпринимателю, руководителю предприятия, Россельмаш, и с другой стороны, как председателю ассоциации, приходится сидеть на двух стульях. С одной стороны, я мотивирую коллектив бороться за прибыль, за завоевание долей рынка, за то, чтобы производить максимальное количество продукции, как руководитель предприятия. Но как руководитель ассоциации, я говорю, что тут важно выработать такие правила, общие правила, которые работают не только на компанию «Россельмаш», которые создают общую среду, которая позволяет развиваться всей отрасли, ну и всей экономике России. Вот, и работать на общее благо. Такая вот, с одной стороны, шизофрения, такая раздвоение личности, но мне кажется, это нормально у нас, не только у меня, у нас в ассоциации, у нас в отрасли. В целом, я смотрю, в Минпромторге получается вот так вот сочетать интересы частных компаний и выстраивать политику, которую мы сегодня обсуждаем. Вот, но я хотел сегодня вот сказать, вот мы говорим, что кризис наступил, мы его не осознали, его последствия. Вот я предлагаю посмотреть на него вот с такой точки зрения. Вот ковид – это важный фактор, но мне кажется, важнее фактор, который создал этот кризис, это реакция общества на ковид, население Земли. Просто Земля уже, ну, мы читаем, что читаем сообщения, связанные с тем, что Земля полна. Мы не можем эксплуатировать Землю бесконечно. Если дать каждому человеку на Земле уровень жизни среднего европейца, то Земля сможет прокормить 2 миллиарда человек.
Вот, сейчас уже 7,5 миллиардов. Да? Вот, то есть мы заполнили мир. И рынки заполнены, где-то не хватает воды, кому-то не хватает земли, ресурсов не хватает, экологические проблемы и так далее. Вот, это мировые проблемы. Но в России мы находимся в состоянии неполного мира. У нас воды вдоволь, земли полно, 30 миллионов гектар у нас пустует, ранее обрабатывавшихся ресурсов, неимоверное количество. Территории у нас столько, что она может переработать раза в два больше, ну, вытерпеть раза в два больше людей, чем 140 миллионов людей, которые населяют Россию. Поэтому мы находимся в состоянии такого, ну, до Колумбовой эпохи, мы расширяемся в России, можем расширяться. Вот, касаясь нашей отрасли, вот, машиностроения, как мы можем расширяться? Мы можем наращивать доли рынка. Вот мы там занимаем по многим позициям 15% рынка стройдортехники. В сельхозмашиностроении гордимся, что 54%, но это далеко не полный наш собственный рынок. А наращивать экспорт мы тоже можем и должны. Второе направление расширения – это наращивание ассортимента. Вот мы производим комбайны, да, но тракторах мы занимаем, там, не знаю, в больших сильных тракторах, вот Кировский завод, в частности, Россельмаш, но тракторы среднего и малого класса, мы отдали этот рынок полностью иностранцам, этот рынок надо себе возвращать, о чем Алексей Львович говорил, что мы отдали рынок бездарно. Третье направление – это расширение производства комплектующих, о чем тоже сегодня много говорили. И на самом деле это тоже пространство для бизнеса. Это не задача, то есть создать новые, вернуть себе компетенции по производству комплектующих, это не значит, что мы должны совершить какой-то подвиг. Это значит, что мы должны вот это пространство расчистить себе и создать новые бизнесы, и дать занятость миллионам наших людей, дать возможность зарабатывать миллионам наших людей вот в этих пространствах производственных. Вот в автомобильной отрасли падение, о чем сегодня говорили, да, наверное, по каким-то сегментам рынка, рынок автомобилей заполнен, и, наверное, у каждой семьи сегодня есть автомобиль в целом. Вот. Но по расширению ассортимента автомобилей, если мы посмотрим на улицы, там ездят одни иномарки, мы, наверное, еще можем расширять здесь производство. То же самое и в производстве компонентов для автомобилей, тоже огромное пространство для расширения. Вот. Я поддерживаю все меры, которые делает Минпромторг, о чем сегодня Александр Николаевич докладывал. Главный ориентир – это 719-е постановление, конечно. Оно, с одной стороны, дает вот те самые рынки производителям готовой продукции, поддерживает наших производителей и создает ориентиры для производства комплектующих. Для них тоже создает рынки и дает возможность людям заниматься вот производством компонентов. Вот. Здесь, наверное, как-то надо более координированную политику вести. Действительно, если бы я был производителем двигателей или думал о производстве двигателей, то, наверное, я бы смотрел на рынок. И сегодня пока 719-е постановление вот по комбайнам на выходе, да, то есть 719-е постановления по автомобилям, по стройдортехнике, по всем видам машин, которые потребляют двигатели, они должны быть скоординированы для того, чтобы вот все мы создали то самое пространство для национальных чемпионов по производству двигателей, гидравлики, там, электроники, тех компонентах, которые вот мы сегодня отдали иностранцам. Вот, поэтому это все важная работа. Важно, что 1432 программа у нас до конца этого года профинансирована, есть уверенность, хотя и не полная, что она будет дальше продолжаться. Вот, поэтому мы в сельхозмашиностроении с уверенностью смотрим в будущем. Вот, ну, надеемся, что более активно будет поддерживаться экспорт. В частности, возлагаем большие надежды на программу 1269, это гарантия обратного выкупа. Программа подготовлена, но пока не запущена. Это позволит нам отвоевать вот долю рынка на внешних рынках за пределами нашего благополучного, ну, потенциала острова. Вот. Ну и для иллюстрации того, что вот мы расширяемся, в пространстве находимся, за последние 3 года производство сельхозтехники выросло в России
ну, там поставки на внутренний рынок выросли в 2,2 раза, экспорт в 2,9 раз. Инвестиции за 3 года на 56% среднегодовые подросли производственные предприятия. Вот. Ну и потенциал еще большой остается, потому что, да, 54% это немалая доля, но это не 100%. И экспорт надо наращивать и расширять ассортимент. Вот. Вот, поэтому призываю, поддерживаю Минпромторг Александра Николаевича, призываю продолжать. А то, что Сергей Александрович сказал, что мы испытываем большие риски, это действительно правда. Мы сильно зависим от налоговой политики, от цен на металл, электричество, от денежно-кредитной политики. Вот, это все пока, вот даже судя по тому, что вот люди, которые отвечают за регулирование вот этих вещей, они не находятся здесь. Это все как бы, ну, вызывает определенное как бы, ну, торможение и неуверенность и риски. Вот. Квоты на экспорт зерна. Вот 1 июля отменили квоты на экспорт зерна. Но есть, вот сегодня вышла новость, что хотят этот механизм постоянно сделать, как-то его то включать, то выключать. Мы будем смотреть, что это за механизм, но от этого всего мы очень тоже сильно зависим. Это, вот это самое торможение экспорта зерна, в частности, это торможение нашего развития, в принципе, по сути. Вот. Поэтому надо больше напора, больше скоординированности, и все у нас тогда получится, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Константин Анатольевич. В следующий раз обязательно пригласим тех, кто определяет компоненты экономической политики. Денежно-кредитную политику. Денежно-кредитной политики, да. Александр Борисович, вам как президенту компании Siemens в России, как чувствуют себя локализованные производства западные? И как вы оцениваете те меры поддержки локализации, о которых говорил Александр Николаевич и многие сегодня? Спасибо большое. Я единственный, наверное, представитель иностранной компании здесь. Но, тем не менее, мы в России уже себя чувствуем не совсем даже, наверное, как иностранная компания, потому что мы 170 лет работаем на российском рынке. И, в общем, достаточно серьезно интегрированы в российскую экономику. С точки зрения кризиса, ну, здесь было уже отмечено, что современный кризис, наверное, отличается от предыдущих, прежде всего, тем, что он имеет не финансовую природу свою. То есть он произошел не в силу каких-то деструктуризации экономики или неэффективного регулирования, а мы знаем, то есть в силу каких причин. Но, тем не менее, по своей масштабности он, бесспорно, имеет не меньшее влияние на экономику, чем кризис предыдущий, 2008-2009 года. И, наверное, уроки, которые мы извлекли из вот первых месяцев этого кризиса, это то, что те предприятия, которые обладали достаточно цифровой зрелостью, они не выпали из цепочки поставок и потребления. И мы видим с нашей стороны достаточно серьезный интерес к цифровизации экономики и цифровым решениям. Это такие как удаленный мониторинг, управление, цифровые двойники, аддиктивное производство, 3D-печать, анализ промышленных данных. И бесспорно, что ну и наш собственный опыт последние месяцы показывает, что именно там, где налажены цифровые процессы, пройти такой кризис намного становится легче. Это мы можем использовать там приложения, интернет-сервисы для удаленного мониторинга оборудования, удаленной приемки, цифровые сервисы продаж, инжиниринговые платформы. То есть здесь как раз ну, вступает или приходит на помощь цифровые технологии, которые позволяют преодолеть. Я могу сказать, что в первые месяцы апреля более 60% заказов пришлось на электронный бизнес. Здесь много говорилось про ну, систему поддержки, про регионализацию, ну, в какой-то степени даже, наверное, изоляцию рынков. К сожалению, это современная реальность, но, тем не менее, конкурентоспособность остается глобальным понятием. И в этой связи хотелось бы отметить, что, конечно, важным является необходимость производств,
государственной поддержки. Но, тем не менее, для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо соответствовать мировому уровню технологий и подходов к организации производства. Здесь много говорилось как раз об экспортном потенциале России, и для этого одной государственной поддержки мало и производства, а необходимо смотреть, чтобы, как сказал Аркадий Дворкович, чтобы мы инвестировали не в прошлое, а в будущее. И опять-таки здесь сквозная цифровизация, цифровые технологии, они должны, с нашей точки зрения, имеют потенциал раскрыть российскую инженерную школу и дать толчок к росту конкурентоспособности российских предприятий. Хотелось бы также отметить, что когда мы говорим про цифровизацию производства, мы говорим не про создание каких-то цифровых производственных площадок, а про всю экосистему кооперации. Это инжиниринговые и сервисные компании, IT-компании, компании-поставщики, участвующие в цикле разработки, производства, обслуживания оборудования. И здесь вот такая интеграция производственных экосистем является абсолютным ключом к успеху, ну и прежде всего, конечно, на базе цифровых платформ. Хотелось бы также сказать, что, ну, наверное, не всегда имеет смысл, с нашей точки зрения, развивать велосипед самим. То есть имеет смысл инвестировать именно в те технологии, где и кооперироваться с международным опытом, с международными компаниями. Мы говорили про Китай достаточно много. Я сам лично работал около 4 лет на азиатском рынке в Китае, и там как раз приветствуется кооперация с иностранными компаниями, с международными компаниями, естественно, с учетом национальных интересов. Но, тем не менее, такая кооперация, она позволяет уменьшить время выхода на рынок и выходить на рынок с современными технологиями, а не с технологиями вчерашнего дня. И здесь хотелось бы привести несколько примеров Siemens, работы Siemens на российском рынке. Вот у нас 2 июля исполнилось 10 лет совместному предприятию, совместному нашему с группой Синара, «Уральские локомотивы». Многие, наверное, знают это предприятие по поезду, электропоезду «Ласточка», который курсирует и по Москве, и по между регионами Российской Федерации. Так вот, этот поезд уже сегодня на 80% локализован в Российской Федерации. То есть можно сказать, что это российский поезд с немецкими технологиями. И, наверное, вот как раз «Уральские локомотивы» — это пример того успешного совместного предприятия, которое, ну, работает, с моей точки зрения, для совместного предприятия, это серьезный срок, 10 лет. Мы в прошлом году подписали с российскими железнодорогами и с группой Синары соглашение о создании инжинирингового центра. И задачей инжинирингового центра, как раз первый проект, это проектирование высокоскоростного поезда. Представитель ЖД как раз недавно высказывался в прессе по поводу этого проекта и про желание выпустить поезд до 2025 года. Сейчас проходят проработки. И мы, как компания Siemens, выступаем технологическим партнером в этом проекте. То есть передаем свои знания, инжиниринговые услуги. Но поезд будет разработан в России, произведен в России для российского рынка. И здесь, конечно, проект высокоскоростных магистралей, который сейчас, ну, достаточно, я знаю, активно обсуждается в правительстве Российской Федерации. Я знаю, что есть разные мнения по этому проекту. Но как раз такой проект между Москвой и Санкт-Петербургом, строительство высокоскоростных магистралей, смог бы стать катализатором или стимулом для развития высокоскоростных поездов и движения в Российской Федерации. Как я уже сказал, что мы, как лидеры немецкой инициативы, как компания достаточно успешно работающие и поставляющие поезда «Сапсан», готовы, конечно, поддержать для создания чисто российского поезда, и который не будет не только произведен в России, но и именно спроектирован здесь. Кроме того, мы работаем и по небольшому оборудованию. Мы не всегда локализуем сами. Мы часто работаем на основе лицензионных договоров с российскими заводами. И здесь, с моей точки зрения, это win-win. Ситуация, когда для нас важен доступ к российскому рынку,
но мы, в свою очередь, готовы передавать технологии, самые современные технологии российским производителям, предприятиям. Как раз, наверное, вот это тоже один из примеров сотрудничества, когда может западный партнер или иностранный партнер работать и хорошо, успешно работать на российском рынке, и когда это выгодно и как западному партнеру, так и российскому промышленному сектору. Спасибо большое, Александр Борисович. То есть иностранцы — это не только плохо, но и хорошо. Это... Я надеюсь. Ну, конечно, по крайней мере, с моей точки зрения, я знаю, что сейчас, конечно, ну, вот эти дискуссии идут, и они во многом связаны, конечно, с политическими аспектами, но с моей точки зрения процессы глобализации и международной конкуренции отменить невозможно. Поэтому здесь, конечно, кооперация и совместная работа, она бы явилась, мне кажется, подспорьем как и для европейских компаний, так и для России. Спасибо большое. Алексей Валерьевич, Свердловская область – одна из самых индустриально развитых флагманов и пионеров российской индустриализации. Вот ваш региональный взгляд на те проблемы, о которых мы сегодня говорим. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня хорошо? Добрый день. Да, да. Всех приветствовать на площадке Инопрома. В этом году, к сожалению, не получилось встретиться очно. Для нас это имиджевый проект, и я хотел бы всех участников и сегодняшней дискуссии, и всех мероприятий, которые сегодня проходят и будут проходить в течение всего дня, поблагодарить, что откликнулись на призыв. И мы все-таки поддерживаем, вот хоть в таком формате, но поддерживаем нашу главную промышленную выставку нашей страны. Я немного хотел рассказать о развитии нашей флагманской отрасли, это машиностроение. То, что, чему мы уделяем особое внимание в нашем регионе. Конечно, здесь очень важны отраслевые и межотраслевые кооперационные связи. Мы уделяем именно вот этим моментам особое внимание, определяем это для себя как стратегическое направление. И здесь хотелось бы сказать, что производственная кооперация наиболее развита в таких отраслях промышленности, как непосредственно машиностроение, металлообработка, транспортное машиностроение, авиастроение. Мы, скажем так, стоим на пороге развития авиационного кластера, но уже есть определенные успехи. При поддержке как раз Минпромторга мы запустили первое предприятие по локализации выпуску самолетов L410. Это такое начало развития данной отрасли для нас новой в нашем регионе. И, конечно же, то, что касается развития именно этих отраслей, это во многом способствует тому, что это многокомпонентная производимая продукция, неоднородные абсолютно производственные процессы, которые требуют постоянных неокров, постоянного обучения и подготовки высококвалифицированных кадров. То есть, в общем-то, здесь мы говорим еще и на социально-экономические такие аспекты, которые несут на себе машиностроительные предприятия. И, конечно же, реализация мер по расширению именно кооперационного взаимодействия позволяет повысить и технологичность производства продукции, позволяет повысить энергоэффективность всех технологических процессов, внедрение безотходных технологий. Сегодня это крайне важно для любого, наверное, промышленного предприятия. И здесь хотел бы поддержать коллегу Александра Борисовича. Очень такой успешный, яркий пример, которому исполнилось уже 10 лет. Это крупнейший наш проект «Уральские локомотивы», совместное предприятие группы «Синар» и компании «Сименс». Все про «Ласточку» прекрасно знают. Все чаще можно пользоваться этим видом очень удобного транспорта. И здесь уже уровень применения российских компонентов составил порядка 80%. И здесь, конечно же, потенциал наших промышленных предприятий, контрагентов, он очень широко применяется при производстве ласточек. В свою очередь, конечно же, производственные мощности крупных и средних предприятий в сфере инвестиционного машиностроения позволили не только поставить оборудование для реализации инвестиционных проектов наших крупнейших металлургических предприятий, но и заместить основную часть импортных запасных частей. Здесь можно очень много
примеров приводить. В рамках кооперации наши предприятия успешно замещают иностранные комплектующие, в том числе в сфере производства сельскохозяйственной техники. Так, например, до 2019 года гидравлика для тракторов серии «Кировец», которая пользуется сегодня наибольшим, наверное, спросом у наших сельхозтоваропроизводителей, закупались исключительно у зарубежных наших производителей, партнеров. Но благодаря большой работе, которая была проведена нашим предприятием «Пневмостроймашина» с привлечением нашей вузовской науки и меры, конечно, государственной поддержки, вот сегодня много говорилось о том, что не надо определять там 30-40 приоритетов, их должно быть, наверное, меньше. Именно те отрасли необходимо поддерживать, которые несут наибольший такой синергетический эффект для развития, в том числе, малого и среднего бизнеса. И вот то оборудование, которое сегодня освоило наше предприятие «Пневмостроймашина», оно поставляется уже и в качестве комплектующих непосредственно для новых тракторов «Кировец», а также на вторичный рынок, и обеспечивает при этом замену вышедшей из строя немецкой гидравлики. И здесь, конечно же, нельзя не сказать о тех вот ограничительных мерах, в которых мы все сегодня живем, весь мир в этом живет, и Россия, конечно же. Вот за вот этот период 2020 года введение серьезных ограничительных мер, неблагоприятная экономическая конъюнктура, в общем-то, достаточно серьезно поспособствовали переориентации наших предприятий машиностроительного комплекса на закупку комплектующих изделий, промышленных услуг и внутри Свердловской области, и, конечно же, в первую очередь, регионов Уральского федерального округа. И очень внимательно наши предприятия посмотрели на возможности поставщиков наших российских. Это, конечно же, объясняется естественным повышением уровня рисков внешней торговли с начала 2020 года. Вот коллеги сегодня уже об этом говорили. Необходимостью снижения издержек, обеспечения гибкости производственных процессов. Мы на нашем региональном уровне, нашим Министерством промышленности, был проведен анализ критически важных направлений импортопродукции, в основном, в первую очередь, конечно же, из Китайской Народной Республики, потому что не только наши промышленные предприятия с этим столкнулись. Вот я слышал и коллеги из группы ГАЗ. Благодаря принятым и, наверное, своевременно принятым мерам на вот такого реагирования машиностроению удалось не допустить снизить объема, падение объемов производства, снизить и допустить простой, которые связаны с отсутствием импортных комплектующих, и, в общем-то, подстимулировать именно для такого налаживания межкооперационных, межрегиональных связей. Дополнительно в целях поддержания спроса на продукцию, которую выпускают наши предприятия, мы сформировали перечень такой, мы его назвали топ-60 направлений для проведения работы по импортозамещению предприятиями, в первую очередь из сферы малого и среднего бизнеса. И здесь, конечно же, я, учитывая, что сегодня достаточно серьезный уровень спикеров, сегодняшняя дискуссия, конечно же, приглашаю коллег посмотреть на возможности наших промышленных предприятий по линии кооперативных бизнес-акселераторов. И кроме этого, конечно, нельзя не сказать о том, что наш машиностроительный комплекс был достаточно успешно мобилизован на решение новых вот этих неординарных задач на противостояние новому вызову мировому, это коронавирусной инфекции. И, конечно же, здесь наши промышленники не остались в стороне, в разы увеличили выпуск техники, которая необходима для спасения жизни и здоровья людей. Хотелось бы привести в пример завод «Тема», который является ведущим предприятием в России по выпуску хирургических светильников. Он одним из первых активно включился в работу по производству оборудования, которое предназначено для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кратчайшие сроки были поставлены в производство бактерицидные облучатели и рециркуляторы, которые сейчас востребованы не только в медицине, но и в любом общественном месте. Здесь надо понимать, что и ограничительные мероприятия, и, наверное, новые откорректированные санитарные правила, они, конечно же, потребуют достаточно серьезного увеличения выпуска вот такого оборудования. И мы в 15 раз наш завод увеличил буквально за 3 месяца, за 4 выпуск этих приборов. Если в марте производилось 300 единиц оборудования, то в мае выпущено уже было порядка 3000, а в июне уже более 5000 вот таких вот рециркуляторов-облучателей. И здесь хотелось бы сказать, что в целом по итогам января-июня, несмотря ни на что, в 5-6 видов деятельности в машиностроении показатель роста индекса промышленного производства составил от 6,5 до 40%. И на сегодняшний день у нас нет никаких сомнений в том, что
даже после улучшения ПИТ-обстановки наши машиностроительные предприятия продолжат работать в заданном сейчас темпе. Конечно, эта продукция еще на долгое время будет востребована. И конечно же, хотелось опять же пригласить коллег для развития вот наших кооперационных связей. Здесь в завершение хотелось бы отметить, что потенциал нашего машиностроительного комплекса, именно о нем сейчас говорю, позволяет обеспечить все условия для взаимодействия с заинтересованными российскими и зарубежными корпорациями по двум ключевым направлениям. Первое, и у нас есть успешный опыт и успешные примеры, это локализация Свердловской области производства высокотехнологичной продукции, которая ориентирована на сбыт на территории как нашей страны, так и стран, в первую очередь, Евразийского экономического союза. И второе – это установление кооперационных связей в целях повышения эффективности производства, качества и конкурентоспособности машиностроительной продукции. Я, конечно же, пользуясь случаем, приглашаю всех наших коллег, участников сессии и тех, кто сегодня смотрит в онлайн-режиме программу «Иннопрома», ознакомиться с нашим промышленным потенциалом. Мы готовы в любом формате, учитывая эпидемическую обстановку, организовать промышленные туры на наши промышленные предприятия и более подробно рассказать о том, чем богата Свердловская область. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Алексей Валерьевич, ну, я надеюсь, что мы все равно следующим летом отправимся в большой тур на Иннопром в Екатеринбург. Обязательно, увидимся. Конечно. Да. Обязательно, конечно. Но, разумеется, у вас интересно бывать, интересно именно смотреть ваши предприятия, потому что это действительно уникальный регион, уникальный опыт. Друзья, я должен подвести коротко итоги. Я, может быть, еще хотел бы Александра Николаевича попросить тоже в этом поучаствовать. Я назову несколько ключевых слов, которые сегодня прозвучали. Они мне показались достаточно важными. С одной стороны, все говорили о необходимости долговременной стратегии, да, стратегии, которая не будет меняться в зависимости от каких-то, так сказать, дуновений и взаимоотношений между башнями Кремля, что нужно сократить количество приоритетов, да, приоритеты должны быть приоритетными, это должно быть что-то по-настоящему важное, что дает мультипликационный эффект для всей экономики. Инвестировать не в прошлое, а в будущее, то есть искать те технологии, которые действительно будут определять машиностроение и в целом индустрию завтра, а не вчера. И та тема, которая мне, как человеку, возглавляющему журнал о частном предпринимательстве, как мне показалось, она прозвучала сегодня не очень активно, да, развивать все-таки механизмы государственно-частного партнерства, потому что очень важно, чтобы наращивание доли государства в экономике, да, не приводило к сужению конкуренции, не приводило к доминированию административного ресурса, коррупционных схем и так далее. И баланс между рынком и государством – это очень важная, мне кажется, тоже приоритетная задача, потому что рынок так или иначе, конечно, ведет и к снижению издержек, и к, соответственно, другим ценам для потребителей, и к высокому качеству, и к применению тех или иных новых технологий. Александр Николаевич, ваши выводы из сегодняшней дискуссии. Так. Я прошу прощения, я включил микрофон. Да. Спасибо большое за возможность тоже поучаствовать в подведении итогов. Сегодня, безусловно, мы видим задачи, которые можно характеризовать следующим подходом. Мы говорим о том, что, с одной стороны, государство должно сфокусировать поддержку уже на продукции, скажем прямо, не, как сказал Алексей Львович, не финишеров, то есть не автозаводов, не судостроительных заводов, а продукции сфокусировать на уровне второго, третьего порядка поставщиков компонентов. Как раз там, где, по сути, и существует малый и средний бизнес. Это очень важная история. Мы говорим о том, что государственная поддержка должна быть направлена в этом направлении. С одной стороны, это важно. С другой стороны, то, о чем говорили коллеги, на примере автопрома, то, что говорил Алексей Львович, на примере упущенных рынков по там, номенклатуре судовой тематики, мы говорим о том, что если мы стимулируем производство компонентов разного уровня, от узлов, агрегатов, то их комплектующих и материалов,
то мы должны стимулировать производства, которые будут удовлетворять одновременно большее количество игроков. То есть вопрос консолидации конечной продукции на каких-то общих сходных платформах позволил бы государству эти инвестиции сделать более эффективными. И здесь вопрос, конечно, к самим участникам, представленным здесь отраслей. Обращаю ваше внимание, что вот в отраслях, которые сегодня у нас с вами сидят вот за видеостолом, государственных компаний практически нет. То есть это частные компании. Группа ГАЗ – это частная компания. Если мы говорим там про железнодорожную промышленность, то же самое. Трансмашхолдинг, Синар – это тоже частная компания. Россельмаш – частная компания. Питерский тракторный завод – частная компания. И здесь очень важно, чтобы вот коллеги, которые представляют себя финишеров, смогли договориться, чтобы усилия государства по стимулированию развития компонентов и материалов второго, третьего уровня в цепочке поставок имели масштабный эффект. Консолидация – это второе условие, кроме компонентов. Ну и, конечно, абсолютно полностью согласен с Аркадием Владимировичем, с коллегами о том, что мы должны не просто производить компоненты и материалы, мы должны, конечно же, производить конкуренты. Компоненты материала и материалы будущего. Как правильно абсолютно сказал представитель Siemens, нам есть с одной стороны возможность пройти эволюционный путь, да? То есть начать вначале приносить технологии старые в Россию, потом на их площадке развиваться и эволюционно. С другой стороны, у нас есть возможность этот процесс пройти короче с использованием партнерских отношений. С использованием партнерства с нашими западными партнерами. С китайскими партнерами такой же вариант. И этот вариант, конечно, будет более быстрый для нас и позволит нашим компаниям, еще раз повторяю, в первую очередь из среднего и малого бизнеса, достаточно быстро получить технологии, не придумывать колесо самостоятельно. И здесь, конечно же, мы в этом плане постараемся сейчас развивает меры государственной поддержки именно в таком формате, стимулируя высокотехнологичные решения, решения завтрашнего дня. То есть таким образом, как ни странно, у нас получается там три буквы К, да? Компоненты, конкуренция и консолидация. И все это во многом зависит от позиций главных участников рынка конечной продукции. Поэтому я думаю, что совместно с коллегами нам предстоит сейчас еще раз очень серьезно переоценить результаты работы вот этот сложный кризисный период. И я думаю, что перефокусировать, как я уже показывал на примере там, бальной оценки автомобиля, перефокусировать меры государственной поддержки, устремляясь в конкретные технологии, устремляясь в будущие технологии. Вот такая логика, на мой взгляд. Спасибо. Александр Николаевич, спасибо за ценные замечания. Ну что ж, друзья, надеюсь, мы все действительно увидимся в офлайне в Екатеринбурге однажды. Это был Иннопром онлайн. Будьте здоровы, живите богато. Пока. Спасибо.